Меня зовут Давид Ян, я являюсь основателем и председателем совета директоров компании Аби. Нашими продуктами пользуются более 30 миллионов человек в 150 странах мира. Компанию создают люди. И успех компании очень небольшой в своей части основан на первоначальной идее. В основной своей части он основан на тех людях, которые этой компанией управляют. Важно создать в компании такие условия, когда лучшие люди, во-первых, придут в компанию, во-вторых, останутся надолго и будут с удовольствием создавать вместе что-то новое и передавать это преемникам, новым ребятам, которые будут приходить в компанию. Есть вещи, которые другие люди делают лучше тебя, и это надо знать, то, что отцы-основатели компании должны вовремя уходить из компании. Они создают компанию в одних реалиях, а компания продолжает расти. Очень важно, чтобы родители вовремя отпускали руку своего ребенка. Родители не обязаны держать руку ребенка, когда ему 2-3 года, и водить его в садик под ручку. Но если родители будут продолжать его водить за ручку в институт, когда ему будет 25 лет, такой ребенок уже вряд ли когда-нибудь станет самостоятельным человеком, который изменит мир. Это то, что применимо, так сказать, к взрослению компании. Молодые предприниматели всегда стоят перед большим вопросом, как им победить мастодонтов рынка, крупные компании, которые появились до них за много лет и уже завоевали рынок. Я бы хотел пожелать молодым предпринимателям доводить дела до конца, не слушать никого и делать то, что они внутренне считают правильным. План Б на сайте rbk.ru.